Здравствуйте, мы продолжаем разбирать перевод темы impossible to possible. И следующий абзац. Other dreams I had in the past. Другие мечты, которые были у меня в прошлом, would be like, были типа run a marathon, finish a marathon, пробежать марафон, дойти до конца в марафоне. One big dream I used to have. Одна большая мечта, которая у меня была. Обращаем внимание на used to. Used to – это означает, что в прошлом когда-то вы что-то делали, а сейчас этого уже нет. В настоящем вы этого уже не делаете. Used to. И после этого следует глагол. And this was a really big one for me. И это была действительно большая мечта для меня. Was to own my own business. То есть это в продолжение темы о марафоне. Это была одна мечта. Сейчас он говорит о другой мечте, которая у него тоже была в прошлом. И это действительно было для него как бы таким непростым случаем. Was a really big one for me. Was to own my own business. Это было владеть моим собственным бизнесом. Глагол to own – это владеть, и как прилагательное own – это собственный. Be my own boss – быть своим собственным начальником, быть начальником для самого себя. And let me tell you – и позвольте мне сказать вам that for me – что для меня that felt impossible – это ощущалось как нечто невозможное for years, многие годы. I mean years and years and years. Я имею в виду годы, годы, годы. Over 10 years, 15 years, более 10 лет, 15 лет. I thought I would never be able to do it. Я думал, что я никогда не буду способен сделать это. It felt impossible to me. Я это ощущал как нечто для меня несбыточное, невозможное. Еще раз смотрим, что глагол would в таких предложениях в прошедшем времени может означать две вещи. Это может быть будущее в прошедшем, то есть употребляется вместо глагола will. И в данном случае это так. I thought I would never be able. Я думал, что я никогда не смогу. Будущее в прошедшем. Но иногда это может употребляться как просто прошедшее время, какие-то действия в прошлом, которые повторялись в то время. Okay, so anyway, do this. В любом случае, сделайте это. Just sit down, просто сядьте and write down и запишите all of these big dreams from the past. Все эти большие свои мечты, большие желания из прошлого, that you kind of let go of, которые вы, ну, как бы их отпустили, забыли о них. Some of them, некоторые из них, you may not be interested anymore at all. Некоторые из них вам, возможно, уже совсем не интересны. Anymore – это более, совсем, at all, вообще не интересно. But some of them, но некоторые из них, you might still have a feeling like. That still excites me. Но некоторые из них, возможно, вы все еще ощущаете как что-то, что вас волнует. Still excites me. Что-то, что все еще какие-то чувства вас будет. So it doesn't matter. Неважно. I just want you to make a big list of past dreams that you had. Неважно, он имеет в виду, неважно, есть ли уже у вас, есть ли у вас еще интерес к этому. Или нет интереса, все равно запишите. Я просто хочу, I just want, чтобы вы сделали, составили этот большой список своих мечт из прошлого. That you had, которые у вас были. И обращаем внимание еще раз на
такую структуру, как want you to make. И мы помним, что вместо you мы могли бы поставить любое другое местоимение, но в объектном падеже. То есть me, him, her, us, them. Переходим к следующему абзацу. And then the next thing. И далее еще одна вещь, следующая вещь. I want you to do. Которую я хочу, чтобы вы сделали. Опять тот же оборот. I want you to make. I want you to do. Is. И это. Think about now. Подумайте о настоящем. Be honest with yourself. Будьте честными с собой. And think about what do I really want from my life. И подумайте, что я действительно хочу от моей жизни или в моей жизни. And I want you to let yourself think really big. И я хочу, чтобы вы позволили себе думать действительно глобально. Don't be practical. Не будьте такими практичными, реалистичными. Don't think what's possible. Не думайте только о том, что возможно. Think if I could do anything. Подумайте так. Если я могла бы, мог бы сделать что-то. If I could be anything. Если бы я мог быть кем угодно, чем угодно. What would I be? Кем бы я стал? Maybe you're a business person. Возможно, вы бизнесмен или бизнесвумен. Business person тут употребляется в тенденции быть политкорректным, то есть без гендерной принадлежности, не говоря, мужчина это или женщина, business person. And you'd love to be, и вы бы хотели быть an artist, художником, or make films, или делать, снимать фильмы, I don't know, я не знаю. Maybe you want to climb a huge mountain. Возможно, вы хотите подниматься на высокие горы, на высокую гору подняться. Maybe you want to have a family with 15 kids. Возможно, вы хотите иметь семью, где 15 детей. I don't know, я не знаю. Итак, переходим к следующему абзацу. But you know, но знаете, so I want you to be honest with yourself. Я хочу, чтобы вы были честными с самим собой. And not try to stop yourself. И не пытались останавливать себя from thinking big. От больших мечтаний. Do the opposite. Наоборот, поступайте наоборот. Think big, go crazy. То есть, станьте просто сумасшедшим. Мечтайте так, как будто нет никаких ограничений. And just make a huge list. И просто составьте огромный такой список of all these wonderful, crazy, amazing things. Всех этих чудесных, невероятных, сумасшедших вещей that you would love in your life. Которые вы любили в своей жизни. И вот здесь would как раз-таки будет относиться к действию в прошлом, которые вы когда-то любили, а не к будущему в прошедшем времени. Так, на сегодня мы заканчиваем эту часть. Следующий абзац мы продолжим в следующем видео. Просмотрите еще раз это видео несколько раз, чтобы вы хорошо понимали, о чем идет речь. И потом вам это поможет пересказывать данный урок. Еще раз напоминаю, что для того, чтобы научиться говорить, нужно пересказывать, нужно говорить, нужно рассказывать. Для того, чтобы просто понимать прочитанное или прослушанное, достаточно вместе с нами разбирать перевод. Но если вы хотите научиться говорить, нужно говорить. Итак, успехов вам, продолжение в следующем видео.